Я тоже, у меня иногда бывает вес гуляет. И он мне тоже, кстати, говорит об этом. Я там. И ты следить сразу начинаешь за питанием? Я всегда слежу за питанием, но просто иногда бывает, улетаешь куда-нибудь, я не ем сахар, например, и начинаю что-то где-то подъедать. Раз, например, сахарный срыв. Все, сахар сразу же держит воду. Ты начинаешь набирать вес просто из-за сахара, из-за воды. Молниеносно. Это, наверное, тот совет, который я дам с полной уверенностью, что если вы перестанете есть сахар в любом его виде, ну, то есть и чистыми ложками сахара, и конфеты, и хлеб, в котором есть сахар, то есть я сахар исключила таким образом, что у меня вообще он никак не попадает. Кетчупы мы не едим, все это не едим, я все это готовлю сама себе. И тогда ты можешь хорошо выглядеть. Вот сахар есть нельзя.